Всем привет! Вы на канале Мода и Красота. Топ-7 европейских трендов зимы для женщин 40+, которые молодят и стройнят. Первый тренд – классическая клетка. Этой зимой необыкновенно популярны все виды клетки, от яркого тартана до черно-белой гусиной лапки. Клетка по-прежнему считается самым удачным принтом для составления деловых образов. Достаточно добавить в свой гардероб одну клетчатую вещь или аксессуар – пальто, сумку или шарф. Второй тренд – длинное платье с коротким пуховиком. Итальянские модницы первыми подхватили актуальный подиумный тренд – сочетать длинные принтованные платья с укороченными пуховиками в спортивном стиле. Такой динамичный образ идеально дополнит массивная или наоборот очень женственная обувь, например, замшевые ботфорты. Третий тренд – объемная водолазка со строгим пальто. В красивых зимних образах главную роль исполняет вязаный трикотаж. У европейских модниц в почете объемные свитера и водолазки, которые отлично сохраняют тепло и стильно выглядят. Четвертый тренд – монохромный образ. Этот модный европейский тренд – противоположность нарочитой экспрессивности и разнообразию, царящей на подиумах. Многие эксперты утверждают, что зимой 2020 стоит носить светлые оттенки – молочные, бежевые, жемчужно-серые. Пятый тренд – рубашка с джемпером. На модной арене появился сдержанный и практичный тренд – базовая рубашка в ансамбле с джемпером. Причем рубашка не обязательно должна быть однотонной. Она может быть клетчатой, а пуловер – полосатым. Европейские стилисты совсем не против микса принтов. Шестой тренд – искусственный мех. Европейские модницы отказываются от верхней одежды из натурального меха в пользу моделей из искусственных материалов. Самые стильные – эко-дубленки и шубы этой зимы выполнены в нейтральной цветовой гамме – слоновая кость, бежевый, светло-коричневый. Седьмой тренд – берет. Романтичный головной убор гармонично впишется в повседневный гардероб. Дизайнеры в новом сезоне представили кожаные, меховые и шерстяные береты. Идеальная модель найдется на любой вкус и кошелек.